Прости, прости, я опоздала, прости. Все хорошо, пока ты приходишь. Выпьем. Так много? Твое здоровье. Сэн Шитао, ты приглашал раньше девушку на ужин? Я... Я не такой. Тогда скажи мне, когда два человека рядом, ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя. Их глаза не могут больше смотреть на других. Что в таком случае делают? Я не могу этого сказать. Значит, здесь замешаны чувства? Может быть. Нет. Что я должна делать? Как я могу сфокусироваться на чем-то, кроме учебы? У меня так много дел. Ты действительно так думаешь? Моя рациональная часть говорит мне не делать этого. Но эмоциональная говорит, что я должна слушать свое сердце. Я тоже думаю, что ты должна слушать свое сердце. Ты имеешь в виду... Что насчет сегодня? Правильный выбор в правильное время? Хорошо. Тогда я это скажу. Только пообещай мне, что больше никому не скажешь. Разве это всегда не парень начинает? Ты уверена, что хочешь начать первой? На самом деле это не зависит от пола. Ты свободен вечером? Я хочу встретиться. Мне нужно кое-что тебе сказать. Я послала ему сообщение. Он... Он на старший, который почти выпускается. Он интерн в нашей больнице. Я познакомлю тебя с ним как-нибудь. Выпьем. Твое здоровье. Давай есть.